Друзья, добрый день. Я сейчас в Катаре нахожусь, в городе Доха. Отель, в котором будем инспектировать, Валеро. Мы очень долго после этого отеля ездили. Он выделяется в виде кристалла. Сейчас вам покажу его. Вот какой он красивый. Поднялся сильный ветер. Вот это вот платиновые небоскребы, которые больше всего строят здесь. Но они очень-очень красивые. Good morning. Да, здесь стоит тоже приятный аромат, ароматизаторы работают. Очень стильный отель. Все чисто, аккуратно, блестит. Ух. Буфет. Чай, кофе. Good morning. Президентский свит. Очень много квадратов. Ощущение еще на подъезде, что вы где-то как минимум в Париже. Не точно. Ванная комната в президентском люксе. Тропический душ и здесь сразу же ванна, джакузи. Шкаф, гардероб. Дипломатик свит. Лобби, гостиная, спальня. Это ванна, здесь тропический душ с панорамным видом на город. И вот такая красивая ванна здесь. Ковролин, LCD телевизор. В рейсе прилетит его семья. И они не хотят ехать на электронной атмосфере, потому что он здесь взял машину на прокат и сказал в аэропорт. Если вы хотите на отдых в этот отель, пишите, звоните, оставляйте ваши заявки, я буду рад организовать ваш отдых. Стандартный тип номера. Покрытие ковролин, две кровати, кондиционер центральный, есть коннект. Вот он. Слушай, а вы можете вместе со мной озвучивать все, а я буду на фрисе. Ванная комната. Здесь есть ванна. Душ тропический, одна раковина, весы, халат. Ну, все тут, конечно же, есть. Биде и туалет. Друзья, добрый день. Я в Катаре, отель Сентри Марина, регион Доха. Пойдемте, вам покажу данный отель. Находится он в городе самом. Здесь мы будем обедать, скорее всего. Конференция, митинг-рум. Номер 502, стандартный. Правда, уже забрали карточку, но я думаю, мы все увидим с вами. О, какая красивая ванна. Единственное, что в номере пахнет сигаретами. Немножко, видимо, курили. Ванна, тропический душ есть.
халаты, тапочки. Красиво. Вот нам включили свет. Покрытие ковролин, кондиционер центральный, чайный уголок, кофе, большой телевизор, большая кровать. Я очень хочу посмотреть здесь вид на город. Вот у вас ванна еще сниму при свете. Красивая ванна, светлая. Угу. Такая. Мне нравится. Еще у нас есть комната с видом на море. Superior Room. Superior Room. Ванная комната такая же, как в стандарте. У них еще есть с видом на море и ну, на город, соответственно. Точно такая же, один в один, как в стандарте. Мне очень нравится. Она белая, стильная. Вот это... раковина и ванна, ну, просто обалденные. Чайный уголок, кофе уголок. Вид из окна на небоскребы. Кровать, ковролин, центральный кондиционер. Ну, вот смотрите, здесь кровать, ковролин. Какой этаж? Окно с видом на Fairos and Rufus. Отличный номер, отличный вид. Ресторан, морепродуктов, Knife, вау, смотрите, какая красивая люстра с рыбками, круто, открывается прекрасный вид на платиновые небоскребы, ночью они просто изумительные, я думаю, здесь ужинать это очень-очень круто. Сигар лаунж. Можно покурить сигары и посмотреть на небоскребы. Ну, тут даже не чувствуется запах сигарет. У них хорошая вентиляция. Так, ребята, это бассейн на крыше. Который... Они сказали, что Infinity. Infinity бассейн. С отличным видом на город. И это, конечно, просто круто. Супер. Друзья, мы закончили инспекцию данного отеля. Если вы хотите на отдых в этот отель, пишите, звоните. Я буду рад организовать ваш отдых в данном отеле. У них просто обалденный бассейн. Infinity с видом на город. Ну вот сколько мы посмотрели отелей, наверное, это один из, ну, из лучших бассейнов. Он маленький, но вот этот вот вид, это... Так, это главный ресторан, и мне просил, чтобы мне подкрывали все это дело. Это суп, рис, экст. Опа. Так. Ага. Тут паста делают. Мясо. Мексиканская рыба, картошка, овощи на пару, салаты, намазки, еще салаты. Ребята, это называется кумали. Это очень вкусное блюдо. Если вы его увидите где-то, обязательно попробуйте. Это местное их. И в каждом отеле по-разному, конечно, готовят, но очень вкусно. Сладости. Хлеб.